Вот такой интересный вопрос. Хотела бы услышать мнение по поводу питья медного купороса. Но опять-таки, я ответил, не знаю. Я слышал, там, медный купорос, там, чем там он обладает и так далее. Любое средство там, питья, керосина, медного купороса, мухомора или еще чего-то, вы должны понимать, для чего. Или хотя бы питья медного купороса, как она действует. А уже поняв, как она действует, механизм действия той или иной процедуры, того иного рецепта, того иного средства, тогда становится ясно, когда его применять. А не просто так, о, я услышал про мумиё, сейчас я буду мумиё объедаться. Или я услышал про бобровую струю, сейчас я тут бобровую струю буду применять. Все это должно использоваться в тот момент, в том случае, когда это подходит, а не просто так. Как вот вопрос, помогает ли зелье масло от гастрита? Вот кто-то ответил, ну, естественно, только время лечения у каждого разное. Вот смотрите, я вам хочу сказать. У меня, правда, как-то гастрита нету, поэтому я не могу сказать, что оно там мне помогло от гастрита. А вот даже если это масло и зелье поможет от гастрита, в чем я особо не сомневаюсь, поможет. Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Так как вы не понимаете, от чего произошло воспаление слизистой оболочки желудка, то и продолжаете жить, как жили, то через некоторое время все это повторится вновь, и вы скажете, накупила у этого тиграна зелья, там, масло, говорили, помогает, вот попила, помогло, а потом все опять. В любом случае вы должны понимать, я вам сколько раз говорил, причины и следствия, следствия и причин. Если вы это будете понимать, то вы все сделаете без всяких каких-то особых процедур и приема каких-то там этих самых препаратов. Если же вы это не понимаете, то, естественно, вы будете так, спасаясь, допустим, маслом тиграна. Вот попила, ушел гастрит, а потом появился. Вот как, знаете, это, сахарный диабет. Спасаемся от сахарного диабета тем, что колем инсулин. А если человек понимает механизм развития сахарного диабета или же высокого давления, как это происходит, и что надо сделать для того, чтобы этого не было, то никаких лекарств не будет, не нужны будут. А тут получается, что я спасаюсь от сахарного диабета, от высокого давления тем, что вот постоянно принимаю вот эти вот различные лекарства. Это меня спасает. И врачи сказали, да ты что, ты в таком возрасте, ты тебе постоянно должен сидеть на таблетках. Поэтому, естественно, только время лечения у каждого – это неправильный ответ. Так, секреты стройности, жидкая диета. Вот, уважаемый Светоч, ох, как мне приятно, Светоч. И вот смотрите, почему я называю себя Светочем? Да потому что в свете вот этих всех методов лечения, там по телевизору вот этого там препарат, который они так и пишут, который это самое, убирает симптомы. Вот, чтобы просто снять симптомы, ну, снял симптомы. Образ жизни такой же, чашечку кофе выпил, там, ночью погулял, там, грубо говоря, на дискотеке, или не поспал, или еще что-нибудь, или работаю в ночные смены, там, питаюсь, чем придется. Все это будет опять повторяться. Потому что, смотря вот на это все, ну, как, меньше, чем светочем, ну, нельзя назвать. Ну. Люди, не владеющие вот этим вот причинно-следственным мышлением, которое пытается лечить, ну, никто. И среди вот таких людей, конечно, я светоч. Ну, а те, конечно, которые обладают этим, глядишь, тут я уже, возможно, далеко не светоч. Ну, так, между нами, ну, вот пропускайте. Светоч и все. Так сказать,
поднимите мое это самое. Ну, вы поняли, что надо поднять, и главное еще написать «Светоч» обращаюсь. «Светоч» не Геннадий Петрович, не это, а вот именно «Светоч». Вот. Ох. Ну, вы поняли, хоть посмеемся вместе. Итак, мне кажется, я нашла способ, как выгнать слезевую пробку грибницы паразитов случайно во время периодических частых голоданий. И вот посмотрим, это на самом деле она нашла этот способ или же нет. Первое, когда я начала голодать, после хорошего очищения кишечника, слабительного в течение одной недели и одной процедуры шанг-прашаланы, на первый день голодания, то есть человек входит сначала там и делает и шанг, пракшалану, и очищает себя там слабительными, и все. То есть, чтобы желудочно-кишечный тракт был чистый, да? На второй день голодания я увидела, что живот не мягкий, а надулся упругим куполом в районе пупка. Я не знала, что это, но хотела, чтобы живот был мягким. Поэтому на второй день голодания приняла легкую дозу слабительного, одну таблетку Синаде. Чтоб еще, то есть, вроде как все вымылось, вроде как все вышло. А вот смотрите, а если у нас есть действительно вот эта слизистая пробка, слизь, она может, это слизистая пробка и слизь, вернее, это, она просто прилипла к стенке кишечника, ну, там просветик такой, и все это просочилось, вроде все это там вышло, вроде все это очистилось, а слизь как была, так и осталась, она прикрепилась к этой. А вот смотрите, второе, что сделала это самое, вот, и на голоде, значит, что, а потом она может собраться действительно, ну, как бы в одном месте или что-то, и появился вот это вот, надулся упругим куполом в районе пупка, вот это вот всякая эта слизь, да? Поэтому на второй день, значит, легкую дозу слабительного, Синаде, после чего произошло опорожнение кишечника и вышла огромная слезевая пробка беловатого цвета на пол унитаза. То есть, видите, вроде бы все нормально, может быть, все хорошо. А там, грубо говоря, целые ведра слизи имеются. Ведра! И эти ведра не просто они в кишечнике сидят, они могут по всему организму, вот эта грибница по всему организму. Но в некоторых случаях она же лазит, она может собраться, опять в кишечник залезть, она может из него вылезти. То есть она мигрирует легко и просто. Итак, на пол унитаза. На следующий день живот стал мягким и прощупался. А я довольна, с удовольствием продолжала голодать до 18 дней на воде и 5 дней сухого голодания. Вот такой опыт избавления от слезовой пробки. Ну, хорошо. Но сразу же хочу сказать, и тут дальше пойдет этот самый еще, что избавиться от вот этого слезевика, который внутри нас живет, избавиться от этой грибницы, которая живет у нас, очень и очень непросто. Почему вот вначале говорили, как фишка, она применяет и применяет еще противопаразитарку, помимо того, что человек и голодает еще. Ну вот второй опыт, то есть казалось бы, после первого опыта вот эта слизь это удалилась, и все, ее дальше не должно быть. Но вот второй опыт был связан с активными занятиями йоги в монастыре йоги, практикой вращения живота с голоданием без клизм. Опять-таки, голодание. То есть все это вращение животом, это все хорошо, да, не будем спорить. Но вот, знаете, вот без голодания существенно в кишках ничего не делается, и в организме не меняется. Также на второй день увидела, как у меня живот надулся упругим куполом в районе пупка. Но так как в монастыре йоги не было возможности делать клизмы, я выпала легкую дозу слабительного, после чего также вышла огромная слезовая пробка беловатого цвета объемом 5-литровую банку. То есть, это о чем говорит? Что вот если человек успокоился, я думал, все, вот этой вот ерунды уже не будет и так далее. Она с малюсенького отрастает опять, как ни в чем не бывало, заполняя то, что, откуда она ушла. И вот раз делаем, она опять слизь вывалила. Поэтому тут надо как раз вот и противопаразитарку использовать,
И тут, конечно, надо, это я так считаю, я так вам намекну, подобрать вот это вот, грубо говоря, слизистая пробка. Это не что иное, как, ну, будет, это та же грибница, которая имеет свой какой-то разум, имеет, ну, будем говорить, вот. И вот надо подобрать такую, будем говорить, такое словосочетание, которое бы на нее подействовало. Это очень интересный метод лечения, который давным-давно забыли сейчас там по-другому применять, которое бы показало ей, что надо текать. Либо же, смотрите, применять метод сведения, то есть, чтобы эта слизь, эта грибница вышла из организма на что-то. Что-то ей предложить, куда бы она вылезла. Это так, между нами. Так, может быть, это и есть метод выгонения слизевой пробки грибницы с паразитами. Я сказал, да, что это и есть метод, но видите, гнали-гнали, не догнали. Это во время голодания на воде или разбавленных соках. Выпить легкую дозу слабительного, одну таблетку Синаде или больше до результата, или больше, смотрите, одну или две, там три, до результата мягкого живота без упругого купола в районе пупка с добавлением активных практик йоги, вращением животом. Что думает об этом Светоч? Молодец, молодец, Светоч. Вот так вот только и называют, да. Этот метод. Ну, я вам сказал, это Ася написала. Я сказал, что, и повторю, что гонит, не без того, гонит, но не выгоняет. Тут надо вот как раз дать этому слезевичку, дать этой грибнице нечто такое, чтобы ее выманить. Выманить – это один способ. Либо создать такой душняк, вот как фишка создает, ну, вот никак не получается, он бегает это по всему организму. Вот, чтобы от душника вышло. И, ну и наконец-таки найти такой, будем говорить, интересный подход, которым владели очень древние врачи, да? Словосочетание, которое бы ее напугало и выгнало. Но это мое мнение. Оно может быть какое-то детское, какое-то может быть такое. Но тем не менее такие вещи есть. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.